Воспитание в семье имеет большое значение в популяризации национальных ценностей. Для этого важно, чтобы учителя, родители и ученики работали как тройственный союз. И в этой связи в Акаральской школе-гимназии номер 5 в Меркентском районе был организован вечер под названием «Семейные таланты». Цель мероприятия – укрепление взаимоотношений родителей и коллектива школы, привитие учащимся национальных ценностей, пропаганда традиций и обычаев. В ходе вечера были представлены сценки, отражающие быт нашего народа. Представительницы старшего поколения объяснили молодежи о важности сохранения культурных ценностей, рассказали о различных ремеслах. В ходе мероприятия девушки в казахских одеждах вязали крючком и играли в национальные игры. В целях укрепления связи между учителями, родителями и учениками, а также в воспитательных целях, мы в стенах школы организовали вот такой конкурс талантов. Приехали участники из многих других школ. Мероприятие мы постарались провести на самом высоком уровне. Так, в мероприятии приняло участие 6 семей, совмещающих семейные профессии с национальными ценностями. Каждая семья старалась изо всех сил и демонстрировала свои таланты в выбранных ими направлениях. Благодарность за это выразила заместитель директора школы по воспитательной работе. Школьникам, для которых по сути и организован вечер, он очень понравился. Я учусь в 9 классе этой гимназии. Рада принять участие в этом конкурсе. Он пойдет нам, родителям и учителям, на пользу. Главное не победа, а участие. Также сын семьи Ергешбаевых, Шерзот Ергашев, был награжден дипломом за победу на республиканском конкурсе, посвященном популяризации статьи президента. Ринат Рахматуллин, Еркин Жасыбаев, Казыбек Камал, Айкон Акпарат.